Здравствуйте. Гляжу в зал с некоторым смущением и затрагиваю весьма щепетильную тему о женском возрасте. Конечно, гражданки, не выходящие на экраны сцену, могут делать с собой что угодно. А вот те, кто волею профессии на всеобщем обозрении, хочется выглядеть молодой. Но время-то не обманешь. И мы, зрители, от излишних стараний артистки иногда сами смущаемся и отводим глаза. В пример таким артисткам звезда Клавдия Шульженко. Она понимала, что молодость быстротечна, а женственность волшебная не подвластна возрасту. Клавдия Ивановна Шульженко. Вот ведь прелесть какая! Шутейное выступление Александра Ширвинта и Михаила Державина на вечере Никиты Богословского вовсе не было рассчитано на внимание большой аудитории, на большую жизнь во времени. А смотрите, смешно, обаятельно, весело. I first smile if the girl test in after seeing the gate. Then I and I far lived in the Scottish stern will be fire and listen to Mr. Laskin. I thought it's got a chance of my left use the control a heptune and Rina Zelone. The batch's money hop to use counter ties, Jabotinsky.
Where's the Pancholin have to go stalling you with the scatter you have to scatter me all upon this conning tight? And don't fire some love you to contest they have you. The brass scatter you tang it I varlot. Сейчас. Секундочку. Сейчас. 30 лет. Суррогатия большой, вечно зеленый остров. And this guy, the weather, I don't think he's gonna get cheers. I have to turn it to the state. Основное население Суррогатии составляют друзья Богословского. Эрзатцы не совсем понимают, что здесь сегодня происходит. У них вообще на острове, когда в телепередачах постоянно фигурируют одни и те же лица, то телезрители тут же съедают всю телепередачу. Но я объяснил, что у нас совсем наоборот. Эрзатцев в Москве 2 недели. За это время он посмотрел более 50 спектаклей. Во многих спектаклях звучала музыка Богословского. It's gonna go up to you. Он смотрел «Опаснее врага» в театре Гоголя. Он смотрел в театре Образцова «Божественную комедию» на музыку Богословского. В театре Вахтангова он смотрел «Золушку». О, Богословский. Он без ума от Фраткина. Эрзатцев говорит, что в театральной жизни острова та же история, что и у нас. Там постепенно народные театры, театры племен, там племенные театры, они вытесняют профессиональное искусство, так что это явление, в общем, общечеловеческое. Я встречал Эрзатцева в Шереметьево аэропорте, и мы ехали в Москву, и он удивлялся на всем пути исследования, сколько в Москве памятников писателям, поэтам, композиторам. Но у Белорусского вокзала памятник Горького ему очень понравился. Но памятник Шота Руставели просто потрясающий. Маяковский. Маяковского. Памятник. Театр Пушкина. Памятник Пушкина, извините. Да. Когда мы приезжали с ним, он напоминает мне мимо консерватории, по улице Герцена, он указал мне на памятник и спросил, почему Богословский с бородой. Но я тут же ему сказал, что это не Богословский, а римский Корсак. Так и то стены, I hope you practice gonna need a stern. Да, и Кандалистейн, Эрзатцев говорит, что популярность Богословского действительно очень широка во всех сферах общественной жизни мира. Вот на нотных клавирах везде звучит музыка Богословского. Это Гискара Лавди, this state the country of... На обложках сатирических журналов везде тут и там мелькает имя Богословского. It's gonna you have to stay in the kitchen. Любители аквариумных рыб знают его как опытного ихтиолога. И только немногие знают, что за сборную страны по футболу он выступает со скромной фамилией Паркуян. На большую сцену выходит небольшая хрупкая женщина, как робкий тюльпан в огромной степи. Начинает петь, и распускается белый тюльпан. Сильный, чистый голос Розы Рымбаевой невольно приковывает наш слух. Радостное, светлое пение. День рождается, день ночь.
ты настежь для любви в сердца людей. Земля моя, ты с каждым годом все добрее. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Земля моя, земля моя, моя земля. Хорошая пантомима – это когда внятным и зримым становится то, чего на самом деле нет. Хорошая пантомима – это когда и трогательно, и смешно, и даже немного страшно. Хорошая пантомима – это Анатолий Елизаров. Пантомима – укротитель удава. Thank you.
Глуповато, когда в эстрадной песне пытаются решать мировые проблемы. Человек выходит на эстраду рассказать о своих чувствах. Вы уж простите, но вечные человеческие чувства для меня остаются интереснее любых новейших открытий и политических игр. Проходят годы, отнимая и даря. То через сердце напрямик, то стороной. Закрыть не могут лепестки календаря. Любовь, 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 пришедшую ко мне той изменилось и мечты, и времена. Все изменилось, город мой и шар земной. Все изменилось, неизменно лишь одна любовь. Занесла мои друзья, еще недавно пировали вы со мной, теперь единственного друга вижу я. Любовь, 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 пришедшую ко мне. Покорюсь я наступающим годам, отдам им все и блеск дневной, и свет ночной, но одного я пусть не просят, не отдам. Любовь, 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 пришедшую ко мне. Oh,
Марии Бьешу, что называется «Оперная дива». Она переиграла, перепела большинство трагических оперных героинь мирового репертуара. Тем приятнее видеть ее молодой, с веселой эстрадной песенкой далеких годов. Характерной особенностью обыкновенного концерта Эдуарда Эфирова является уважительное отношение к прошлому эстрады, умение и желание показать ее во всем разнообразии, бережной и культу. Это некий критик о нас пишет. Почитаем, послушаем, скромно постоим в сторонке. Ваш Эдуард Эфиров.